В Одесской области сотрудники СБУ вместе с ГПУ задержали на взятке сотрудника Измаильской местной прокуратуры и депутата областного совета. Об этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщают сразу несколько интернет-изданий. По их данным, сумма взятки составила 40 тысяч долларов. Эти деньги задержанные якобы вымогали и получили от частного бизнесмена за решение некоего вопроса. Официального подтверждения этой информации пока нет. Возможно, подробности проведенной спецоперации появятся позже.